Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами разберемся с выполнением задания Lesson 25, урок 25, exercise number 5, упражнение номер 5. Задай вопросы своему учителю английского языка. Используй следующую модель. Для начала давайте разберем обозначение каждого знака. Первый знак – это глагол, обозначающий отношение к действию, или же модальный глагол. Второй знак – это действующее лицо. И третий – глагол, обозначающий действие, чувство, состояние. Модальный глагол, который мы будем использовать – глагол «may». На втором месте действующее лицо «I». И на последнем – глагол. Например, могу ли я прочитать текст? May I read the text? May I read the text? Следующий вопрос. Могу ли я перевести текст? May I translate the text? Могу ли я выучить стихотворение наизусть? May I learn the poem by heart? May I learn the poem by heart? Могу ли я выйти? May I go out? Могу ли я разговаривать со своими друзьями? May I talk with my friends? Итак, мы задали вопросы учителю английского языка по модели. May I read the text? May I translate the text? May I learn the poem by heart? May I go out? May I talk with my friends? Задание выполнено. Если вам понравилось данное видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.